Всем добрый вечер. В Братиславе стартовал мемориал Одри Непалы. После произвольной программы в соревнованиях женщин лидирует японка Рика Кихера. Рика Кихера набрала 218 баллов. На втором месте Элизабет Турсумбаева, 192 баллов. На третьем месте Станислава Константинова, 180 баллов. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем я желаю хорошего дня. До свидания.